Доброго времени суток. Сегодня у нас 9 марта 2024 года. И отправляюсь в Питер. Погода сегодня отличная. Я на Сапсане первый раз поеду. Да? Ага. Где, наверное, где в три? О! Москва, Санкт-Петербург. А вот и город Санкт-Петербург. Та-та-та-та. Люблю гастроли. Шестьдесят. 14. Стоп, я перешел. 14. Я что-то так начал искать. Я вот здесь вот. Нам прям так сорвались, как побежали, как будто знаем куда. Они еще работают? Водичка, вот все понял. Не шампанское, да? О, Василий, вот она. Ну, кресло мне нравится.
Ты где хочешь? Мне все равно. В Израиле. Я тоже, честно говоря, не знаю. Я там туда тоже. Давай в уголок, а я у этой. Давай. Все. Давай. Сейчас даже пока мы его не тронули сильно. Да, с моей чайничек. Бутылочки. Ну, кресло вообще. Вот кресло мне это нравится. Кресло вообще шик. Это холодильник. А Димка, говорю, холодильника нету. Холодильник. А у Димки не было. Может, он его не опознал? Ну, душевая кабина. Все тут. Ну, в принципе, Василий, мы же не отдыхать приехали. Вот Маринка. Один, Маринка. Два. Это зал Прокофьева. Или зал Прокофьева? Нет, это Маринка, просто у нас есть какой там зал. Есть... А, то что вот, вот он, переход, видишь? Да, да, да. Да. У нас какой там есть зал-то? Ну, еще один. А, может быть. Ну, может, да, может, тут через тот входили. Потому что вот этот угол точно помню. Здесь стоял двухэтажный или трехэтажный дом на этом месте. Да, и вот здесь вот. А здесь все на площади курили обычно стояли. Ага. Блин, класс. 20 лет спустя. 20 лет тоже. Ну, я говорю, вот так. Здесь и 20 лет последний. Вот мы это то ли Турандот, то ли... Онегин, ну что-то такое возили. Может, концерт какой-то все-таки, был. Все-таки, Андрюш, мы вот здесь входили. Да-да-да, здесь был вход, точно, и есть. Он остался здесь. Да, да, и вот, вот, слушай, вот, и внутри все так же. Класс. Это Иван Вадимович, да. Голубчик. Здравствуйте. 2087. 2087? Да. Тоже. То же самое. Двое. Пятый, четвертый. 2087, да? Да. Спасибо. Василий, для тебя ровесник. Это Шараповский. Шараповский, это ЗИС-5. Ну да, типа ЗИС-5. Спускаешься, идешь. Нет, Вить, неправильно, ты нас не ведешь, а ты нас доводишь. Пока вас не берет. Блять, уникальное предложение. Только сегодня. Блять, тут еще запах. Это оно? Не знаю. Это чего есть? Парад он пленочный. Не пленочный. Ну да, это по 100 рублей сейчас они так и... Продает справочники, вон
электронные лампы. Так, ну что, мы пока вдоль здесь, что ли? Да, пойдем, да. А потом где-то там, да, шарабанимся. Да где это? Бесплатно ехать. Вот, видишь, там бесплатно, говорит, не хотите. Спасибо большое. Ну, в принципе, да, цена-то адекватная. Это я очень люблю, идешь. Да, вот и вкусные такие, помню, еще в Союзе были. Приехал, за 26 500 купил портсигар. Да, главное, вон он, театр-то. Да, документальные фильмы. Прям нон-стоп. Спектакль закончился, давайте порепетируем. Порепетировали, давайте теперь спектакль будет. Да, да. Ну вообще. Художественный руководитель. Да просто хороший человек. Просто. Валерий Абиссалович. Ковалева. Бережного. Столетию Бугаева. Лаптева. Хочешь погулять, посмотреть? Ну а чё нет? Выдача масок. Давай, Василий. А, значит, это надо будет нам... Вон, посмотри, куда девушки пошли. Пойдем. Вот этот вид на крышу Мариинского, смотри. Вот, смотри. Это можно было... Ну вот, смотри, большая, хорошая. А вот и... А вот там очередь, смотри, какая, видишь? Я вижу. Вот. Все, отлично. Пойдем сейчас? Давай вид посмотрим из окна. Столовая какая шикарная, смотри. Видишь, столовая огромная. Вид такой. Ну вот. Так, там, значит, буфетик легонький. Тут столовая, а видишь, как пахнет хорошо, как все вкусно. Прям захотелось отобедать, да? Не хочешь пока? А они, видишь, если сегодня еще что-то есть, они работают не как у нас до последнего как бы антракта, а здесь прям до последнего, что называется, вот, закончится спектакль, тогда все. Да. Отлично. Тут усиленный состав режиссерский. Oh.
гостиница. Но она смотрится, конечно, да, торговые ряды, рынок, казармы, гостиница. Раньше такая общалка не была. Ну, конечно. Здесь четверки не было, здесь какой-то... Слушай, а речка вот эта вот как, это мойка? Нет? Это канал. А, просто канал, она не это, да, никак. Да. Мойка это впадающая прям в него. Ну да, она это... прям перед Зимним дворцом. А это вот... Это обводные эти каналы. Ну да. Пойдем что-нибудь вкусненького купим. Да, церквей много. Красивые все такие. Да. Входим, пошли. Раз, тара-та-та-та. Раз, рука. И вот теперь разводимся. Сейчас, стоп. Алина, где твое место было? Ну да, вон солнышко. Еще прям так перейдем. О, воздух хороший. Чем-то вонючий. Ну, а потому вонючий, что каналы. Канализация старая. Слава Богу, красиво. Говори. Часок поработали. Это мы пришли на обед. Такие, ой, а номер убрали. На обед подружек. Очень красиво. Как красиво. А как каналы разветвляются, а? Василий, вот это вот. Черпать силы в красоте. Наверное, 5 звезд. Или 3. Нет, понятно. Реально аварийная. Он же был. Хотя не знаю, мне кажется, построили его. Ну конечно. Сейчас теорий много. Сейчас только теорий. Ты думаешь, ну надо столько умных людей. А что ж так это у нас? Иногда бывают промахи. А так смотри, как красиво, а? Ты посмотри. Вот это красота. Ну да, но это давненько, давненько.
Здесь не больше, больше 20 лет назад. Отлично. Рыбный выход. Спасибо. Волга-Бас. О, Латвия. Знаешь, вот смотришь на это, а в глазах вот этот фильм знаменитый, когда бежали вот там вот на это, на ворота. Люди говорят, знаете, другие дела Васи по пьяни тоже такое. Одно дело по пьяни так помирает, другое дело на постоянной основе поддерживает. Ну да, да. Грим трубу снимает. Не, это по грим. Хороший австралийский навод. О, как красиво, смотри, какое здание. Сейчас я его дополнительно. А что это за здание, интересно? Красиво. Наверное, было. Достаточно. Знаешь, такое там, вот если наверх посмотреть, то эти вот голубенькие там вставочки, что-то такое. Наверное, может, какие-то доходные дома в прошлом? Может быть. Ну вот, тогда мы не зря. А тут, видишь, гаражи. Машины не ставить. Действующий въезд. Ну смотри, интересно, кстати. Кстати, интересно, кому эти гаражи, Вась, принадлежали или принадлежат? Это же достаточно серьезные люди. Ну, потому что они, видишь, в доме-то каком. А вот, да, знаменитые львы. И мы перейдем дорогу, да? Пройдем по мостику. Да, вот Маринка сейчас справа. Нам право туда выходить. Или нам не надо по мостику переходить? Да. Потому что мы на этой стороне должны остаться, наверное. Ты прав. Фотографирую, да. Надо, потому что культовое место. Львиный мост называется.
скорее всего, сейчас какие-то вещи еще, что называется, уточняться. А Георгий, интересно. А Георгий, наверное, должен был приехать, а может приедет только, не знаю. А может он только завтра порепетирует. Да. Может у него сегодня дневной поезд, он в 7 приедет. Вот здесь кофе. Но мне надо придется идти туда, потому что я вообще не жрался в день ничего. Ну конечно. Пойдем посмотрим. Блин, сейчас мы будем стоять дольше, чем, по-моему, есть потом. Мне кажется, они быстренько рассосутся. Это вот старое здание. Историческое. Красиво, да, так переход держится? Да, 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 тут все по фэншую. Тут все судя обычно. Тут все оригинально. Слушайте, это все было гениально, единственное, она попросила его все-таки не бить. Так. А его из стороны стёрнуть, да, да, хорошо. Поприкалываться. Толкать чуть-чуть. Шапкой не забывай ему в нос сучить, как Ашанский на Авито, да, тебе? Он ему шапка как-то. Я просто не хотел злоупотреблять. Злоупотреблять. Попросили что-то. Ну что мы, давай куда-нибудь. Нет, конечно. Такая рожа. Ты видел, как у него? Пока позавтракаем, поваляемся и новые трудовые успехи. Да, все оттаивает. Сейчас плюс 6, суббота плюс 8. За сколько там? За 3 дня так вообще, наверное, уже увидим движение в вод. Гаишники ездят, смотри. Тиагра. А он тут круг дал, он там что-то заворачивал. Куда-то едет, сейчас нас собьет. Или нас примет. Че он объехал-то? Он увидел, наверное, что я на камеру снимаю, решил нас за... Показать? Не знаю. Спасибо, пожалуйста.
Вот уехал кто-то. Приехал. Так, ну что ж, можно сходить на работу. Все потихонечку оттаивает. Вон два, Василий. Василий, подожди. Помулись бы. До полного ощущения. До полной этой. Василий, для полного эффекта. Все, сегодняшнего дня. Можно видео не садить. Гоша, пока. До завтра. Все, Лена. Чава. До завтра. До зэ. Видите, ключик будет. До свидания. До свидания. О. У них, я смотрю, тут заказ, что был, что у нас в театре, что здесь рыношки, фуры. Да, а еще, вон, да, а еще фишка была в том, что на этих фурах, там эти, то ли таджики, то ли кто-то, и они Казахстан или что-то написали на фуре театральной. Я такой думаю, блин, какая-то странная фигня, фура вроде театральная, московская, у нее там Казахстан. А потом они взяли, кто-то, видимо, сказал, что ребята, это не ваш фур-то вообще. Вы извините. Тут еще Марко Спада, говорит, поедет летом. Марко Спада. Так это балет. Балет нас обычно либо возьмет. Ну, если летом поедет Марко Спада, то ничего. Марко Спада сюда? Да. Ну там опять... Замеля. Она офигеет.
Не, ну или там опыт не взять. Там вообще это, а там и вообще балет нас может не взять. Там что-нибудь сократят и все. Вась, я тебе завтра с утра буду напоминать, чтобы ты проголосовал электронно. Да, 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 да. А ты подготовил сколько? Конечно, он подготовил. А ты для этого что сделал? Через госуслуги? Да. А мне тоже что-то Сергей Семенович какой-то код прислал для этого, чтобы я призы выигрывал. Не знаю, Василий, не знаю. Это лотерея такая. Ну конечно, конечно. Барабан крутится, лавэка мутится, нормально все. Ну вот и пятница. Не надо бежать. Вот такой вот по пути мне встретился на вокзал Москвич. Это Ижевский, 412. Тут, наверное, что-нибудь ретро, может быть, рядом есть. Какой-то без номеров, без шильдиков. Такой вот спущенный. В общем, давненько стоит, видимо. Догадайтесь, куда мы сейчас с вами пойдем. У нас Мучной переулок. Здесь должен быть музей мостов. Посмотрим. Ресторан Багаема. Так, что у нас тут? Экскурсия. Вот музей Касса. Санкт-Петербург. Цена есть. 280. Они задерживают. Вот же дорожный. Через Клязьму. Управление. Саки. Ага. Ну все, сейчас. Ну да, как продолжение музея железнодорожного. Там какие-то вот макеты тоже есть. Транссиба. Спасибо. Да, спасибо большое. Да, да, да. Спасибо. Так, звонная часть Дворцового моста через реку Неву в Санкт-Петербург. Музей железных дорог России. Сейчас, наверное, вот там, наверное, билет продается. Так, 300 рублей, выходные 400. Вход. Что-то
какой тон. Я снова тут мама. Много людей. РЖД. Молодцом. Подводная лодка. Первый в мире прототип подводной лодки военного назначения. Так, ну что ж, давайте обгоним группу вооружения. Ушки различные. Сделай вид. Так. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Сенная площадь. Не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Не. Такие супер, там какие-то новые, до прям вот едва-едва. А, вон видишь, вот мира. Это у нас блошиный рынок на Удельной. Нет!
Носорога, стук. Офигеть. Ну что, готовимся. Ну, святые отцы пошли работать. Укур, укор. Не знаю, что у меня с этой всей записи получится, но будет, наверное, интересно. Потом, спустя время, вспомнить и посмотреть. Леночка, успеваешь? Я пришел. О. Бежим тебе. Еще одну пришел. Ну, все, красота. Уно. Я слышу, зацепило. Зацепило декорации. Ага. И его это цепануло. Ну, близко. Хорошо, что-то, видимо. Не, вообще не перевернуло. Не, ну ребята местных ХПЧ-то молодцы. Смотри, какую скорость развили. Они еще сейчас подгоняют эти декорации, что на перемену. Она вообще моментально проходит. Как Формула-1 колеса меняют. Мы закончили, кстати, сегодня еще раньше. Минуты на 3, наверное. При этом пел Казаков. А он как бы вроде как медленно. Вот ночной магазин «Пятерочек», в который все артисты после спектакля заходят. Ну, водички возьму и все. Какой-нибудь такой. С Васей. Он меня на улице ждет. Вон парить кисты червячки. Я не хочу. А что я хочу? А что-то ничего вкусненького не осталось. Вкусненького-то много, но что-то. Мишек хочу. Вот это возьму. Позавтракаем и что-то все опять тут как-то вроде оттаивает, вроде замерзает. Компания Зингер. Очень красивый дом.
Доброго времени суток. Сегодня у нас 17 марта 2024 года. И вот здесь вот это музей американских автомобилей. Сейчас мы его найдем. Ну, такое тут интересное место. Надеюсь, я правильно вроде иду. Все как я люблю. Все вот интересное. О! Такое место тут. Прям по фэншую. Нашли. Снежок будет. Завтра, по-моему, послезавтра опять тепло, но в принципе уже. Мы все, что могли, сделали. Теперь будем. На этом наши полномочия, как бы все. Ой, вы знаете, где Ванька живешь? Какой? Наш Рюмин. Он ушел уже? Ушел. А, все, ты еще. Да, пойдем. Так. Хорошо, Орги. Да. Спасибо большое. До свидания. Орги. Сегодня время ЛДПР, которое является самой надежной партией в стране.